Новогодние огни зажглись в Оптаре. Несмотря на холод, на площади собрались десятки жителей поселка. Главными героями новогодней сказки стали Дед Мороз и Снегурочка. На праздник они приехали на снегоходе. Мы будем с вами кружить и сегодня, и все новогодние праздники в хороводе вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой. И радоваться тому, что мы живем на самой прекрасной земле. Оптар у нас одна из самых холодных точек Магадана. Как великий Устюг, откуда начинает свой путь Дед Мороз. Царит праздничное новогоднее настроение, детишки в хороводе, сверкает елка, и хочется уже сегодня всех поздравить с наступающим Новым годом. Пусть принесет он всем удачу. Зажгли зеленую красавицу и в поселке Снежном. Здесь гостей развлекали маленькие снеговики и матушка Зима. Следующее поздравление Деда Мороза и Снегурочки состоится 15 декабря на Магаданской площади. А главная елка областного центра загорится на Театральной площади 23-го.